Курс на отечественного производителя. Между Министерством цифрового развития Калмыкии и разработчиками операционной системы Alt Basalt SPO подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве. На сегодня все медицинские учреждения республики работают на российских операционных системах семейства Alt. За последние два года было развернуто более 2000 автоматизированных рабочих мест в рамках регионального проекта цифровизации здравоохранения. Кроме того, в мае 2021 года 16 специалистов в области информационных технологий, работающих в сфере здравоохранения, освоили работу с российским программным обеспечением. Далее в рамках сотрудничества планируется пилотное внедрение этой программы в школах Калмыкии и открытие центра компетенций разработчика. Что это дает региону? Дает региону возможность получить экспертизу и опыт по работе с такими операционными системами семейства Linux. В данном случае мы говорим о закрытии потребностей внутри правительства. Это поможет республике также заполнить все нормативы, выполнить по цифровой экономике Российской Федерации по проекту. Также по этому соглашению для образовательных учреждений, для учебных классов, школ мы предоставляем свою операционную систему Alt-образования на безвозмездной основе. Для того, чтобы популяризировать среди учеников, среди школьников уже изучение Linux на базе нашей операционной системы. И, соответственно, чтобы когда они закончат обучение и пойдут на работу в госорганы, они уже будут иметь представление о том, с чем им работать.